Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Итак, чуваки, я нашел свой бизнес, короче. Тут можно, смотрите, что делать. Давайте зайдем в него. Госк, у него 7 миллионов, находится он... Ну, как заезжать, короче, в Батырево. Он примерно в таком месте находится. Давайте пропишем Бусинес. Бусинес, да. Улучшение. Добавить в каталог. Не знаю, куда. Увеличить склад можно. Изменить название бизнеса можно. Срочная закупка. Маркетинговая компания. Блин, ну добавить каталог его. Я хз. Можно это сделать, конечно. Давайте, допустим. Так. Теперь ваш бизнес найти можно GPS. Так, GPS. Так, давайте напишем GPS бизнеса. И нужно найти его. А вот, Аллах Акбар. Давайте еще раз покажу вам. 300 тысяч дал, ну блин, что делать? Бизнесы. Аллах Акбар, давайте найдем его. Вот. Не то отметил. Ладно. А, Сири еще лагает, блин, жестко. Ну ладно, так, Аллах Акбар. Вот, да, пиротехника. Го подарки искать. Да подождите, чуваки, я вот, может, занят. Так, улучшение. Так, и давайте изменить название. Мы усердно работаем над этой функцией. Название нельзя поменять, к сожалению, пока что. Они усердно работают на этой функции, конечно, ну да. Так, улучшение. Что за маркетинговая компания? Теперь ваш бизнес показывается на карте игрокам. А, ну прикольно, что. Конечно, бабок к нему нужно ложить жестко. Так, что-то у нас еще есть. Улучшение. Не, 450 тысяч, это, конечно, хуя. Срочная закупка. Ну, такого больше ничего делать надо. Вроде бы как. Ну, блин, дорого, пацаны, дорого. 400 тысяч дал, даже побольше чуть-чуть. Изменить цену входа, продать государству, финансовая статистика, стоимость одного товара. Автозакупка товаров. Давайте я бомбу одну куплю. Сейчас покажу вам как раз эту бомбу. Видите, как лагает просто. Ну, зависает реально. Неоптимизированный мод пока что. Так, вот она. Бомба Хиросима. Сейчас ебанем ее один разочек. Думаю, будет нормально. Думаю, будет нормально. Так, блуф. Отойдите, отойдите. Отойди. Те. Вот это было жестко. Это я понимаю, блядь. Запахло весной, пацаны. Ой, ради этого стоит покупать этот бизнес. Ебать, сколько бабок забирают. Вы смотрите, просто сколько забирает бабла. Просто половину забирает себе мафия. Я реально в шоке. Посмотри, сколько она взрывается просто. Это пиздец. Зря туда побежал. Хотя, может, и нет. Но это было сильно, пацаны. Согласитесь, это было сильно. Это было реально очень сильно. Мега просто сильно. Давайте вот так вот сделаем. Такой скриншотик. И заебись. Я подарки уже собирал, чувак. И у меня нету желания вообще их собирать. Даже вообще не хочется. И ну прикольно, чё. Ладно, чуваки, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.
outside, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.